вот и посушились наши лапки, вернее, лапки утиные. Вот такие замечательные. Смотрите, какие красивенькие. Ай, такие лапочки, такие оп-оп. Ну, вот так вот, да, шире они не раскрывались. Но я думаю, в принципе, и достаточно этого. Очень хорошо высушились, прям сухенькие-сухенькие. Вы посмотрите. Вот, прям такие сухие-сухие-сухие везде. Везде-везде-везде там. Ни жирочка, ничего. Самое то. Вот, везде-везде. Классный-классный. И оп. Вот, все, ведерко складываю. И на некоторое время... Ой, хорошенькие, красивенькие такие прям. На некоторое время у меня будет... запасик. Вот, лапочки. Ведерко складываю. Потому что, ну, надо, чтобы они были закрыты, когда хорошо высушены. Вот. Вот так вот. Они, ну, хранятся. Долго хранятся. Ну, долго у нас ничего не хранится. Потому что, вон, выбежали со мной и уже знают, что мама тут что-то ж будет давать. Так что вот так вот. Хорошая вещь погрызть моим ребяткам будет. Как семечки, да? Так. Все, все складываю. Ой, отличненько. Отличненько. Посушились. Чудесненько, чудесненько, чудесненько. Да, коробочка стоит, я туда складываю, когда угощаю ребяток, все. Даже чистые вот эти вот сеточки. Ну, я все равно их промываю всегда после работы. Вот и все, вот и все. Ну, вот смотрите, ну, где-то чуть больше половины ведерка. Ну, нет, половина, да. Если вот так вот потрясти, то половинка ведерка. Ну вот и все. Запасик есть. Отличненько. Ну все, пошла угощать.